Jaya Radha Madhavam Kunjabi Hari Jaya Radha Madhavam Kunjabi Hari Jaya Gopinjana Valabham Jaya Giri Varadharim Jaya Giri Varadharim Jaya Gopinjana Valabham Jaya Giri Varadharim Jaya Giri Varadharim Yashoda Nandana Vraja Jana Ranjana Yashoda Nandana Vraja Jana Ranjana Yamuna Tiram Vanachari Yamuna Tiram Vanachari Jaya Radha Madhavam Kunjabi Hari Jaya Radha Madhavam Kunjabi Hari Jaya Gopinjana Valabham Jaya Giri Varadharim Jaya Giri Varadharim Jaya Gopinjana Valabham Jaya Giri Varadharim Jaya Giri Varadharim Yashoda Nandana Vraja Jana Ranjana Yashoda Nandana Vraja Jana Ranjana Yamuna Tiram Vanachari Yamuna Tiram Vanachari Jaya Radha Madhavam Kunjabi Hari Jaya Radha Madhavam Kunjabi Hari Jaya Gopinjana Valabham Jaya Giri Varadharim Jaya Giri Varadharim Jaya Gopinjana Valabham Jaya Giri Varadharim Jaya Giri Varadharim Yashoda Nandana Vraja Jana Ranjana Yashoda Nandana Vraja Jana Ranjana Yamuna Tiram Vanachari Yamuna Tiram Vanachari Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare,
Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Джая Джагана, Джая Баладев, Джая Субадра, Джая Сударшан, Джая Джагана, Джая Баладев, Джая Субадра, Джая Сударшан, Джая Горанитай, Джая Горанитай, Джая Горанитай, Джая Горанитай, 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 Джая Горанитай. Джая Прабхупада, 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 Шрила Прабхупада. Прабхупада, 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 Шрила Прабхупада. Джая Гуру Дева, Гуру Дева, Гуру Дева, Джая Гуру Дева. Гуру Дева, Гуру Дева. Гуру Дева, Джая Гуру Дева. Шрила Прабхупада ки, джай. Шрила Гуру Дев ки, джай. Гур Примананде, хари хари вол. Ом намо Бхагавате Васудевая. 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 Намо Бхагавате Васудевая. Хари Кришна, дорогие преданные. Сейчас у нас самый главный момент нашей практики. Мы будем читать Шримад Бхагаватам, Амала Пурана. Мы продолжаем читать 24 главу, которая называется «Песнь, пропетая Господом Кришной». Песнь, пропетая Господом Шивой. И сегодня у нас 41 текст. Да, здорово, здорово. Я просто... Я... Спасибо. Я как переживаю. Мы будем вместе переживать, решить. Да, вам 41 текст. Правритая невритая, правритая невритая, петридевая карманы, петридевая карманы, намодхарма випакая, намодхарма випакая, мритьява дукхадаяча, мритьява дукхадаяча, правритая невритая. Тая невритая, петридевая карманы, тридевая карманы, намодхарма випакая, намодхарма випакая, мритьяве дукхадаяча, мритьяве дукхадаяча, правритая невритая, тая невритая, петридевая карманы. Тридевая карманы, намодхарма випакая, намодхарма випакая, мритьяве дукхадаяча. Пожалуйста, повторите. Это 41 стих 24 главы 4 песни Бхагаватам. Прабхупада, плиз. Правритая невритая, Петри девая карманы, намодхарма випакая,
Бритьяве Духа Даячам. Ну, у него же есть. Паври, прочитать. Праврита я не... Да, да. Праврита я... Maybe Матаджис. Правритая невритая. Петридевая кармане. Намодхарма випакая. Мритьяве духа даяча. Правритая невритая. Петридевая кармане. Намодхарма випакая. Мритьяве духа даяча. Это преданное. Одну минуточку. Вот смотрите, мы делаем ударение на те гласные, которые длинные, да? И в первой строчке это правритая, невритая. То есть нужно я, невритая. То есть вот делать ударение на них. Правритая, невритая. Петридевая кармане. Намодхарма випакая. Мритьяве духа даяча. Maybe Равинда Гопал Прабху also want. Тогда пословный перевод и литературный перевод и комментарий его божественной милости Шрилы Прабхупады. Шрила Прабхупада ки джай. Правритая. Привязанность. А вы говорите, что там по-английски? А вы на английском? Вот там то, что да, по-английски. Правритая. Невритая. Неприязнь. Петридевая. Повелителю Петрилоки. Кармане. Плодам кармической деятельности. Намаха. Выражаю почтение. Адхарма. Безбожный. Випакая. По результату. Мритьяве. Смерти. Unto death. Духадая. Причина всевозможных страданий. The cause of all kinds of miserable conditions. Ча. Также. Also. Дорогой Господь. My dear Lord. Нет, давайте, может, я прочитаю весь стих, потом вы весь стих. Да. Дорогой Господь, это Ты даруешь живым существам плоды их благочестивой деятельности. Ты и привязанность, и неприязнь. И Ты же суть поступки, продиктованные ими. Ты причина страданий, к которым приводит безбожие. И стала быть смерть. Я в глубоком почтении склоняюсь перед Тобой. My dear Lord, You are the viewer of all the results of pious activities. You are the inclination, disclination, and their result activities. You are the cause of the miserable conditions of life caused by irreligion, and therefore you are death. I offer you my respectful obeisances. Комментарий. Господь, Верховная Личность Бога, пребывает в сердце каждого, и от Него исходит привязанность и неприязнь, которые испытывает живое существо. Это подтверждается в Бхагавадгите 15.15. Сарвасья чахам хриди саниви что матах смритир гьянам апаханам ча. Я пребываю в сердце каждого живого существа, и от меня исходят память, знание и забвение. Господь, Верховная Личность, помогает асурам забыть Его, а преданным помнить о Нем.
Источником неприязни в живом существе является верховная личность Бога. Еще раз. Источником неприязни в живом существе является верховная личность Бога. В Бхагавадгите 16.7 сказано: «Правритим ча невритим ча гьянана видур асурахам». Асуры не знают, к какой деятельности следует проявлять склонность, а к какой неприязнь. Асуры отвергают преданное служение, но даже эта их неприязнь в конечном счете вызвана верховной личностью Бога. Асуры не хотят служить Господу, и Господь помогает им забыть о Нем, наделяя их соответствующим разумом. Обычные карми, как сказано в Бхагавадгите 9.25, стремятся попасть на Петрилоку. Янти дева врити девам петрин, шан янти петри вратахам. Те, кто поклоняются полубогам, родятся среди полубогов, а поклоняющиеся предкам отправятся к предкам. Кроме того, очень важным в этом стихе является слово «дукхадая». Оно указывает на то, что люди, не преданные Господу, постоянно вращаются в круговороте рождений и смертей, испытывая при этом жестокие муки. Положение, в котором оказывается живое существо, определяется его деятельностью. И в этом кроется причина того, что на асуров или непреданных обрушиваются такие страдания. The Supreme Personality of Godhead is situated in everyone's heart, and from His issue a living entities, inclinations and disclinations. This is confirmed in Bhagavad Gita 15.15. I am seated in everyone's heart, and from me come remembrance, knowledge and forgetfulness. The Supreme Personality of Godhead causes the asuras to forget Him and the devotees to remember Him. One's disclinations are due to the Supreme Personality of Godhead. According to Bhagavad Gita 16.7, the asuras do not know which way one should be inclined to act and which way one should not be inclined to act. Also, the asuras oppose devotional service. It is to be understood that they are inclined that way due to the Supreme Personality of Godhead. Because the asuras do not like to engage in the Lord's devotional service, the Lord within gives them the intelligence to forget. Ordinary karmis desire promotion to Petriloka, as confirmed in Bhagavad Gita 9.25. Those the worship, the demigods will take birth among the demigods, and those who worship ancestors go to the ancestors. In this verse, the word dukkha-daya is also very significant, for those who are non-devotees are perpetually put into the cycle of birth and death. This is a very miserable condition, because one's position in life is attained according to one's activities. The asuras or non-devotees are put into such miserable conditions. Еще раз прочитаем стих. Давайте все вместе прочитаем стих. Дорогой Господь, это Ты даруешь живым существам плоды их благочестивой деятельности. Ты и привязанность, и неприязнь. И Ты же суть поступки, продиктованные ими. Ты причина страданий, к которым приводит безбожие. И стало быть смерть. Я в глубоком почтении склоняюсь перед Тобой. Ом агьяна тимиранда сья агьянанджанан шалакая чакшурун милитам яна тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам стапитам яна бутале своям рупах кадамах ям дадати сва падантикам
Нитьянанда хам науми сарвананда карам парам харинама прадам девам авадута широмани нама махаваданьяя Кришна према прадаете Кришная Кришна чайтанья намне гортвише намаха нилачала нивасая нитьяя параматмане балабадра субадрабхьям шри джаганатхаете намаха Хе Кришна Каруна Синдо Динабандо Джагатпате Гопиша Гопика Канта Радха Канта Намастуте Тапта Канчана Гоуранги Радхе Вриндаванешвари Вришабану Суте Деви Пранамами Харе Прие Ванчакалпата Рубьяща Крипа Синдубья Эвача Патита нам паване бьо, вайшна вебхьо наму намаха. Джай Шри Кришна Чайтанья, Прабу Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Васади Гоура Бхакта Вринда. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рамо, Рамо Рамо, Харе Харе. Наму Вишна Падая Кришна, Бештхайта Лешри Маты Бхакти Вьянка, Свами Динамин Бхакти Вьяна Саттамра. Да, Кришна Бхагавад Гита Лишни Маты Бхакти Виданта Свами Динамина Намасте Сарасвати Дева Курвани Прачарина Нирвиши Шарвани Штарины Янтах Правишья Мама Вача Мамам Прасуптам Санджива Ятя Кила Шакти Дарах Свадамна Аньям Шакаста Чарана Шраванам Твагадин Пранан Намо Бхагавате Пурушая Тубьям. Вы синхронно переводите или мне останавливаться? Что еще будет? Сейчас я буду рассказывать. Рассказывай, да. Останавливаться или синхронно? Окей. Харе Кришна, дорогие преданные, спасибо за возможность углубиться в Бхагаватам, потому что когда ты готовишься, это совсем не то же самое, что когда ты просто читаешь Бхагаватам. Харе Кришна, dear devotees, for the opportunity to get into the Bhagavatam. Да. И есть гитам, есть Бхагаватам Махатмия, которая прославляет Шримад Бхагаватам. There is a Bhagavatam Mahatmim, which is glorious in Srimad Bhagavatam. Да. И в ней говорится, Бхактисиддханта Сарасвати, приводится цитата Бхактисиддханты Сарасвати, который говорит, что если бы все, если бы все книги, все священные писания and all the sent books сгорели дотла, burn into ashes, ничего бы страшного не случилось, если останется Шримад Бхагаватам. It's not that bad if Bhagavad stays. И очень важно понять, что Бхагаватам это не просто информация, какие-то истории. And it's very significant to understand it's not only the stories. Это жизнь преданных, это настроение преданных, это бхава преданных. Причем не просто преданных, а парамахамс. And not just devotees, but also paramahams. И Бхагаватам приносит пользу для тех, кто рассказывает, для тех, кто слушает и для тех, кто задает вопросы. Brings good for everyone who listens to it. Кто рассказывает, кто слушает. And for those who tells about it and to listens. Да. И поэтому вначале мы произносим молитвы для того, чтобы мы могли действительно погрузиться в Бхагаватам. And this is why, in the very beginning, we listen to the prayings to get deep into Bhagavatam. Да. И поэтому я прошу ваших благословений сказать что-то полезное. This is why I'm asking you to give me the blessing to say something useful to you. Вот. И мы прочитали текст. Заметили? Кто-то заметил что-то интересное в этом тексте для себя? Отметил? We've read the text, and I'm asking if anyone found something interesting for yourself. Может быть, что интересно? Причина всего, даже наших страданий, или как бы подвигает нас эти страдания. Да, да. Давайте попробуем. The God is the reason of everything, and He's helping us to move towards to anything in our life. И давайте посмотрим на этот текст внимательнее. Let's look into this text more attentive. И первое, что говорится в нем, что Господь дарует всем живым существам плоды их благочестивой деятельности. Первая строчка. Да? The first words saying that the Lord is presenting, is giving anything to all
living beings on earth. PS activity gives the result of PS activity. И мы с вами знаем, что очень много людей на Земле занимаются благочестивой деятельностью, да? Вот, в принципе, много людей привязаны к благочестивой деятельности. And we know that many people on planet, on Earth, are living pious activity. Are living the pious activities. Да. И открывают больницы, там жертвуют на какие-то благочестивые дела. Очень много людей, да, занимаются такими вещами. They open the hospitals and they do the pious activities. Да. И если и зачем они это делают? Why are they doing it? Если мы их спросим, как вы думаете, какие будут ответы? If я сомневаюсь, что кто-то из них скажет, что, ну, они все скажут, что для того, чтобы произошло что-то хорошее, правильно? Что мы это делаем для того, чтобы произошло что-то хорошее, либо they в нашем бизнесе, либо с нашими they do it to happen something good with them, with their business or with their relatives. Да, но если мы спросим, а кто дает вам это хорошее, откуда вы получите, почему вы уверены, делая что-то хорошее, что вы получите хорошее, вот если спросить обычных людей. But if they are, if we ask them, why do they do this pious activities to get something good, do they want to do something good and to get it and reply? Да, и мы... Вряд ли услышим ответ, что верховная личность Бога даст нам хорошие плоды. Вряд ли мы услышим такой ответ от обычных людей, правильно? And barely we can hear the answer that the supreme personality of God may give them results of our pious activity. Give that just for the results of pious activities. Да. И таким образом люди делают что-то хорошее, но они не понимают этого механизма совершенно, как происходит, почему это происходит. And this is why a lot of people are doing these pious activities, but they don't understand the internal result of all this process. Да. Мы бы услышали с вами ответы, что по карме придет что-то хорошее, или так устроено, что получится, или там высшие силы что-то дадут, в лучшем случае мы получим такой ответ. Если... We can hear the answers that they are doing this to wait for karma results, or they want, or everything is built in this way, or they want to have the reply of higher of the gods. Но в то же время в Бхагаватам четко сказано, что откуда приходят плоды. At the same time, Bhagavatam says exactly how the results are coming to us. Да, то есть написано, ты даруешь живым существам плоды их благочестивой деятельности. It is directly said that you are giving the results of pious activities. Да, и это очень важный момент, то есть это очень личностный подход moment, к устройству мира. Very personal, very personal thinking of how the world is done. И в этом же стихе говорится, что асуры, они не признают, Bowen says that asuras не признают Бога и поэтому обречены на страдания и на смерть. And да? This is how they have to suffer and they have to die. И в Бхагаватам говорится, есть стих в 16 главе, there is poem in chapter 16, which describes божественные и демонические натуры, that demons and asuras, говорится, что it is said, они, асуры, говорят, that что этот мир нереален, that this world is not real, что у него нет основы, it doesn't have basement. И что нет Бога, который им управляет. And there is no God who is ruling it. И есть такая замечательная теория, что как все создалось. And в результате this is such a wonderful theory, большого взрыва, да, мы слышали. Because of a big explosion. И многие на Украине сейчас видели many результаты больших и маленьких взрывов, наверняка. Я видела. Watching the results of small and big explosions. Да, и в результате никто, может, вот все, кто видели результаты взрывов сейчас на Украине,
Все подтвердят, что ничего создано не было. Who are in Ukraine now can confirm that nothing was created. Наоборот, сплошные разрушения. Only ruining. И как мы, думая, что если в результате взрыва происходит разрушение, можем подумать, что в результате взрыва может что-то быть создано? Can that something can be created as a result of explosion? Но тем не менее. Nevertheless. У асуров существует именно такая теория, что этот мир произошел в результате взрыва. That the world was created after the explosion. И как-то у Исаака Ньютона был друг. A friend of Isaac Newton. И он тоже был атеистом. Он тоже считал, что этот мир создался как так или иначе сам по себе. He thought that this world was created by itself somehow. И как-то на одной из выставок друг Исаака Ньютона спросил, кто сделал эту прекрасную модель Вселенной. In one of the exhibitions, a friend of Isaac Newton asked how this world was created. И эту прекрасную модель, которая была на выставке, Исаак Ньютон ответил, никто, сама создалась. И друг ему отвечает, что такого быть не может, ну не может она сама создаться. And the answer was, it could not be created by itself. Он говорит, ну а как же ты тогда веришь, что весь этот мир, который куда более сложный, чем вот эта модель, создался сам по себе? То есть у всего есть обязательно создатель. And then he said that it is not possible that the world was created by itself. Everything should have a creator. И также вот удивительно, что есть гравитационная постоянная же. Мы все с вами физику изучали, наверное, помним. Wondering that there is a constanta G. We remember the course from physics. И если бы в n-ном знаке, далеком-далеком от точки, была бы хоть малейшее изменение там в n-ном знаке, там 20-м, 30-м знаке после запятой, было бы хоть малейшее изменение, она была не такая. If we take an account that after the comma in the figures which are coming, which may come after 20 or 30 symbol after comma, if there is a small change, то тогда бы Вселенная не была стабильна, она бы либо сжалась в точку, либо разлетелась. It could collapse into a point or explode. То есть это говорит о том, насколько здесь все точно устроено. И сказать, что оно само устроилось, это признак бесконечного атеизма. It is a confirmation that this is wonderfully perfect made, and to say that it is made by somehow is a sign of atheism. И это мы сейчас с вами поговорили о грубых законах, да, о том, как создана грубая вселенная, и я надеюсь, что мы с вами все не атеисты and и понимаем, что у нее есть создатель. Right now about simple rules of how the universe is created, and we all understand that the universe has a creator. Но точно так же, кроме законов, которые поддерживают грубую материю, есть законы, которые поддерживают тонкую материю. И их тоже создал Господь. И они не менее важны, чем те законы, которые поддерживают грубую материю. And we have to say that as long as we have rules for physical material world, we have also rules which are supporting spiritual world. Not spiritual, subtle material. Потому что закон кармы — это один из таких основополагающих законов, созданный Богом. And the karma law is one of the laws which is supporting, который поддерживает subtle material. Subtle material, which is supporting subtle material. И в этом стихе говорится, что says, ты — причина страданий, к которым приводит безбожие, и стала быть смерть. Да? You are the reason of sufferings, and which are causing the death. И ты же — суть поступки, продиктованные приязнью и непривязанностью. And you are the reason
Там точно по тексту нужно? Ну, приблизительно, да. And you are the reasons of all actions in your life which are causing the miserable conditions. Да, то есть таким образом мы понимаем, что это описание тонких законов, да, то есть тонких законов существования Вселенной. То есть Бог является причиной всего. Он нас наказывает, мы из-за Него страдаем, мы из-за Него умираем, то есть мы из-за Него радуемся. То есть все, что происходит в мире, причиной всего является Он. Да? Я думаю, нужно разбирать на более короткие части. Да, то есть the reason of everything is God. God, everything is God. Yes. И таким образом and this is how сразу возникает вопрос, как я могу любить Бога, how may I love God, который меня наказывает, who is punishing me, приводит к смерти и так далее. Возникает who is causing вопрос. The death? Is there is any question about it? Потому что зачем мы здесь собрались? Why, развить любовь к Богу. Why did we gather here? Читаем о Боге. To increase our love to God. We are reading about God. Да. И как вот можно все это понять и примирить? How may we да? understand it and how may we use it in our life? И что можно? Это вопрос для глубокого размышления. This is a question for our thinking deeply into this question. Но то, что мы можем сразу с вами сказать, but we can say right now, что Господь сам по себе, Он не вмешивается напрямую в этот мир, правильно? That God does not interfere directly in our life. Directly. 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 Что Он действует как? How через he is acting? Полубогов, правильно? Through demigods. Через материальную энергию. Material energy. Да. И это первое. И this второе, is first. And second, это не он, это не его высшее проявление. То есть вот то, что здесь описано, что Господь presence. Наказывает, приводит к смерти, это не его высшее проявление. He's punishing and his and that something is leading us to death is not his higher presence in our life. Его высшее проявление – это Господь Кришна с флейтой на Голоке, да? Который является объектом High любви для всех. Of God is Krishna singing with flute, singing, playing flute and the subject of life for everybody. Да, но в материальном мире in его любовь world, his love проявляется таким образом, да? Вот, может быть, like немножко this. Странным для нас, но maybe это не странный образ. But this is not a strange. Почему не странный? Потому что цель создания материального мира какая? What is the aim of material world creation? Не сидеть нам здесь вечно, правильно? Не цель. It's not to present here forever. Наша цель как our можно быстрее отсюда уйти. As то есть, может быть, это не наша цель, но это цель создания материального мира. And this is the real reason of creating the world. И поэтому, как говорил Савьясачи на одной из своих лекций, and as Savyasachana said in his lectures, это великая милость Бога, то, что Он дает нам множество страданий и препятствий. Lots of sufferings. Потому что благодаря этому мы понимаем, что это не место для леди и джентльменов, как говорил Шрила Прабхупада. And not a place for ladies and gentlemen, as Srila Prabhupada said. Поэтому именно так проявляется любовь Бога к нам, находящимся в материальном мире. A love in material world. Вот. И это подобно как родителям. Вот если мы представим, что родители не будут наказывать своего ребенка, представьте. It is the same like we talk about parents. Imagine that parents stop punishing their kids. Какой вырастет ребенок? What kind of kid will grow up? Да, есть такая история, что, как один мальчишка был хулиганом, и бабушка, она его воспитывала и никогда не рассказывала его, не наказывала его. Она... And she never punished him. И как-то он and one day, совершил то ли кражу большую, то ли воровство и попал made в тюрьму. A theft and he went into prison. И его приговорили к казни на электрическом стуле в Америке. And he was charged to death in electric chair. И когда спросили, какое последнее желание, он сказал, хочу прошептать бабушке на ухо. And when he was asked what is his last wish, he said, I would like to whisper to my grandfather's,
the grandmother's ear. И когда она к нему наклонилась, он откусил ее ухо. Jesus. And when she climbed to him, he bit a piece of her ear. И сказал: «Это тебе за то, что ты меня никогда не наказывала». And he said, this is for not punishing me when I was a child. То есть вот такова суть. То есть на самом деле мы должны понять, что есть хорошо и что есть плохо, что есть шрейс и что есть прейс. This is all to understand what is bad and what is good. What is shreyas? Shreyas and prayas. And prayas. And prayas. Shreyas это те плоды, которые как бы удалены, окончательные плоды, которые мы получим в результате того действия. А prayas это то, что мы немедленно получаем. Is what we get right now. И если мы будем себя вести как дети, мы будем полностью ориентированы на prayas, да, на плоды, которые немедленно здесь. For immediate results. И тогда нам этот стих будет непонятен. And this is how we won't understand this shloka, this poem. Мы хотим, чтобы у нас все было хорошо, правильно? We want prayers. Everybody to have prayers. Но если мы сориентируемся на далекие плоды, да, то что мы хотим оказаться в духовном мире рядом с Кришной. Results. Тогда этот стих нам становится понятным. Then we will understand it. И также с моей точки зрения, у этого стиха есть еще одна глубинная суть. We have one more internal subject. То есть, вроде бы как сказано, что Господь является причиной привязанности, неприязни, поступок. То есть, как бы Он причина, да? Is the cause of miserable conditions of life caused by irreligion in therefore in death and И мы можем подумать, что вот мы никто, да? Мы не делаем nobody. Ничего. Мы как we куклы, которые puppets, like dolls, которые like puppets. Puppets, которые на кукловод водят, да? Вот, вот он ведет нас туда, ведет нас сюда. And the master of is leading us somewhere, and we do nothing. Да, но на самом деле. But in fact, изначальной глубинной причиной всего является кто? Who is the primary base of everything. Да, живое существо. И мы читаем эти молитвы сейчас, и эти молитвы четко описывают, если просмотреть вот те стихи, которые были до того, с того момента, как начал говорить Господь Шива, то все эти молитвы показывают, сколь мы беспомощны, да? Что полубоги контролируют наш ум, контролируют наши руки, дают воздух, звуки, знания, все дается нам от Бога через полубогов или напрямую, да? And Lord Shiva says that everything is given to us by gods and demigods. Demigods. Напрямую или через полубогов? Directly or yes, directly or through demigods. Вот. И поэтому мы должны понять, что мы полностью беспомощны. Но Господь всегда оставляет за нами свободу выбора. И поэтому это деятелями являемся мы. В конце концов, то есть если мы хотим к Богу и действуем по шастрам, And if то we мы, do according to shastras, то мы преданные, мы we are devotees, суры, да? И Господь нас поддерживает. And the God supports us. Здесь в этой, очень мне нравится комментарий к 27 стиху. I like a lot the comment to poem 27, да, в котором говорится, что это первый стих, который произнес Господь Шива. This is Может быть, найдите 27 стих? This is the first poem which was said by uttered by Lord Shiva. 27 стих отлистайте назад. И он говорит: О сыновья Прачина Бархи, пусть вам во всем сопутствует удача. Зная о ваших намерениях, я предстал перед вами, чтобы оказать вам милость. 27. You are all the sons of King Prachina Baraki, and I wish all good fortune to you.
I also know what you are going to do, and therefore I am visible to you just to show my mercy upon you. Да, то есть, что произошло, что сыновья Прачинабархи собрались поклоняться Верховной Личности Бога. Они только собрались. Джай Шри Шри Гауранитай, Джай Шри. So what happened? The sons of Прачинабархи just were supposed to worship to the high presence of God, Krishna. Да, еще ничего не сделали. And they didn't do anything yet, but но Господь уже предстал перед ними, да? And as long as they just were planning to do this, the high presence of God appeared before them. И Шрила Прабхупада пишет в комментарии. And Srila Prabhupada says in the comments. Да, ищите, не сначала. Отсюда следует, что тот, кто еще не стал преданным Верховного Господа, но хочет служить Ему, получает благословение всех полубогов во главе с Господом Шивой. This indicates that the person who is not yet a devotee of the Supreme Personality of Godhead, but who desires to serve the Supreme Lord, receives the benedictions of the demigods headed by the chief demigod Lord Shiva. То есть мы с вами, ну, прокрита бхакти, то есть очень-очень начальные преданные, да? То есть мы не стали еще преданными в настоящем смысле этого слова. In the full sense of this word. Но с того момента, как в наш мозг залетела идея служить Верховной Личности Бога, мы получаем помощь всех добрых сил Вселенной во главе с Господом Шивой. We have the support of all the good forces of universe. То есть мы должны понять, что это наш выбор, да? Отсюда следует, что это наш выбор. Мы хотим бороться с Богом, мы будем получать плоды своих неблагочестивых действий, мы будем получать плохие плоды, страдания, и придем к смерти. А если мы делаем хороший выбор, то есть мы хотим служить Богу, то все во главе с Господом Шивой будут нам помогать. Everybody, including God, Shiva will help us. Потому что мы беспомощны, нам нужна помощь, нам нужны молитвы, нам нужны благословения. И мы их получаем. Как только мы начинаем хотеть служить Господу, мы получаем эту поддержку. Реально. As long as we want to serve the God, the Godhead, then we got the support. И это важный момент, что мы должны понять, что в конечном итоге все зависит от нас. От нашего желания, от нашего настроения. On our mood, on our will. Вот. И что в заключение хочется сказать? What I would like to say as a conclusion. Что мы должны понять, что мы зависимые существа, и от нашего выбора будет зависеть, что мы будем получать, хорошее или плохое, куда мы будем идти. And our choice make what we get and where we go to. Да. И я хотела бы закончить Бхагавад-гитой, like стихом из 7 главы, 6 стих. 7 chapter, poem 6. Not 6, maybe. Так, сейчас. Да. Ищите. 7 глава, 6 стих. Где Кришна рассказывает о том, что он является... этот стих звучит так, что в этих двух природах, то есть в материальной и в духовной, берут начало все сотворенные существа. Знай же, что я – начало и конец всего в этом мире, который представляет собой соединение материи и духа. То есть мы должны понять, что Господь есть начало и конец, и мы в данный момент Его не видим, но мы должны в конце концов развить любовь к Нему. All created beings have their source in these two natures. Of all that is material and all that is spiritual in this world, know for certain that I am both for origin and the dissolution.
И поэтому эти молитвы настолько прославляют Господа, Верховную Личность Бога. Господь Шива, Он великий преданный, Он это осознал. Поэтому молитва начинается с прославления Господа. Молитвы Господа Шива. The prayers of Lord Shiva starts from glorification of God. И почему это делается? Господь Шива прославляет Айшварию, то есть могущество Господа. He's glorifying the Aishwarya, the powerfulness of God. Потому что мы не можем перейти к Мадхурье, не осознав Айшварию, величие Господа. Without passing the Aishwarya. Потому что иначе мы будем воспринимать все это дешево и не понимая, кто проводит эти сладкие игры, что это Верховная Личность Бога. In other words, we cannot do it. We will take it very cheap, and we won't understand these sweet games. И сейчас наш первый шаг — это благодарность. Our first step is gratefulness. И начинать мы должны с великой благодарности к преданным, которые нас окружают. Being thankful to all the devotees around us. К людям, которые нас окружают. To the people who surround us. К Швейцарии, которая нас приняла и оказывает такую поддержку. Which accepted us and supporting us. К солнцу, к свету, to the sun, the light, к воздуху, деревьям, воде, ко всему, что нас окружает. And everything surrounding us. И мы должны быть очень-очень благодарны. And we have to be very, very thankful. И если наше сердце будет преисполнено такой благодарности, our heart is full of this thankfulness, в нем не останется злых чувств, оно будет очищаться. It won't be anything bad left in it, and it will be clarified, и рано или поздно мы сможем обрести любовь. We will get the love of God. Но начинать мы должны с благодарности ко всему, что окружает нас. И в этом заключена суть ведического культуры. And this is the essence of Vedic culture. Суть ведической культуры — это уважение и благодарность. Is respectfulness and thankfulness. И если мы этого не имеем, то надеяться, что как-то мы проснемся и почувствуем любовь к Богу, это безрассудство. It is absurd. Вот на этом я остановлюсь. Может, есть вопросы, возражения, Therefore, замечания. Therefore, I would like to make a stop here, and if you have any questions. I agree with anything. Depends on our will and our wishes, but sometimes it's happening that you want, you know how to do it, but gunas won't let you do that. I have willing to do something, but my nature and your gunas won't let you do this. И это хороший вопрос. This is a good question. И мы должны понять, что в зависимости от, опять же, наших действий в прошлом, мы имеем те или иные обстоятельства жизни нынче, так? We have conditions of our life in presence. И мы можем иметь достаточно много свободы, так? Lots of freedom. И мы можем иметь меньше свободы. We can have less freedom. В зависимости от того, что было, что мы делали в прошлом. What we did before. Если мы очень находимся под низшими гунами в результате своих прошлых поступков, у нас меньше gunas, возможностей, так, и свободы. Possibilities and less freedom. Если мы больше находимся в гуне благости, благодаря нашим прошлым поступкам, то у нас больше свободы и возможностей. But if we are in higher gunas, then we have more freedom. И поэтому в первом случае мы возможности нашей реакции ограничены, так? Possibilities of our reaction. А во втором случае они более широкие. And the second case they are wider. Да? Наш ум более открытый, мы можем лучше действовать. Our mind is more open and we can do more. But Krishna никогда не забирает у нас свободу выбора. Never takes away our freedom of action. Of choose. Not action, but choice. Свободу выбора никогда не забирает. И даже в самых стесненных обстоятельствах, In very limited conditions.
У нас есть вот эта свобода выбора. We have this choice. И она заключена в чем? Вот когда мы полностью стеснены, у нас такая жизнь. Sometimes we are so limited, we have such a life. В чем она заключена? Даже для обычных людей она. What is it concentrated in? Правильно. Она заключена в нашем отношении. It's all about our relations. И таким ярким примером является Виктор Франк. And the vivid example is Viktor Frank. Который это психолог, который был в концлагере. He was, в концлагере, не во время войны, во время Великой Отечественной войны. While Second World War. И трудно себе представить camp, более стесненные обстоятельства, правильно? It is very difficult to understand more limited conditions of life. Он еврей, там евреев уничтожают. Jewish were killed. Казалось бы, свободы выбора никакой, there правильно? There was no choice at all. Но с какого-то момента он понял, что есть эта свобода. И что он сделал? Он перестал относиться отрицательно к своим палачам. Он перестал воспринимать их как палачей. То есть он поменял свое отношение. То есть он каким-то образом переключился на то, что, ну, я не знаю даже как, выполняют свою работу или там что-то делают, что они живые существа, которые обязаны так действовать. Он не был преданным, просто психологом. И вокруг него начала меняться атмосфера. And the atmosphere around him started to change. И он выжил. And he survived. И он помогал другим. And he helped the others in the concentration. То есть его возможности резко возросли, правильно? His abilities благодаря чему? Get wider. Благодаря просто его желанию и его отношению. By благодаря his will and других возможностей у него не было. He didn't have any other possibilities. И я часто видела пример среди преданных, что у них могут быть очень тяжелые жизненные ситуации, могут быть очень тяжелые. The example in the devotees' lives that sometimes they have very limited situations, very limited conditions. Но у них есть желание служить they Господу. They have a will to give, у них есть желание to serve идти Господу. To go to God. И постепенно, постепенно step by step, Кришна расширяет Krishna эти возможности. И они могут делать больше. And they can do more. И то же самое мы видим среди, может быть, нас, у нас с вами был такой опыт, что когда ты находишься в миссии и действуешь, ну, согласно желанию своего гуру и в конечном счете согласно желанию Бога, by the Lord's, by God's will, то ты получаешь очень большие возможности. Then you get a lot of possibilities. И они возрастают и возрастают. And they get higher and higher. Господь дает тебе возможности, и если ты их задействуешь в преданном служении, твои возможности возрастают опять. И ты их опять задействуешь в преданном служении. The God gives you the abilities to do something. And you used it for devotional service. And you stayed for devotional service. И тогда они возрастают, но this is how they если get в какой-то момент but if one moment ты подумаешь, что я think, и сам ничего, я и сам все могу, that I can do anything by myself, I don't need anybody else. То есть как бы отключишься от парамперы таким like образом. You switch off from что parampara. Произойдет? What will happen? Произойдет то, что происходит, когда лампочку отключают от электричества. You switch что off происходит? The light from так она electric светит, power. Да, такая хорошая so лампочка it's освещает. Light, но стоит... But as long as you switch off, все, она бесполезная, она не светит. Так it и мы. Won't give any light если мы используем служение so, Богу, то эти as расширяются. И у нас становится больше и больше возможностей. We have more and more abilities. Но если мы, не дай Бог, в своем уме, somehow switch off in mind, что мы можем сами, we can do, все тут же закончится. We can и do пример everything этому, by ourselves, everything will stop.